Разве это признак того, что они разумны? А мы разумны? Человек провозглашает себя высшим существом, высшей ступенью эволюции. При этом он убил во имя Бога больше, чем любое другое животное. Человек загрязняет океанские воды, сбрасывает бомбы на города, убивает себе подобных. Война для человека — норма. Мир — лишь промежуток между войнами. У человека паршивая история. Он изобрел дыбу, знаете же такую, и растягивал на ней других. Ацтеки, которых считают мудрейшими из древних, вырезали сердце и держали его вот так. А египтяне или история Тадж-Махала? Принц так любил свою жену, что возвел это прекрасное сооружение. Но вот что вы не знали. Он приказал убить всех архитекторов и строителей. Вы знали об этом? А в Сальме, в Массачусетсе, была... охота на ведьм. Кто из вас знал об этом? А вы знали, что за каждую пойманную ведьму разрешалось забрать ее сбережения и собственность? А? Сколько из вас знают об этом? Это следовало бы написать в школьных учебниках. Но о таких подробностях не пишут, потому как это показало бы все с другой стороны. Меня как-то спросили, откуда вы берете все эти идеи? Из коммунизма? При коммунизме есть армия, флот... стратификация общества, банки, деньги и их аналог, тюрьмы, полиция. У нас нет ничего такого. Ничего общего ни с коммунизмом, ни с социализмом. Они недостаточно радикальны. Эти идеи устарели. Жак, кажется, есть вопрос к вам. Да?